Всем привет, друзья! Сегодня выбрался фишку фиш, или как многие знают, этот водоем как рыбалка у Баламута, у Володи Баламута. Резко изменилась погода, еще вчера было тепло, в одной футболке гулял, сегодня в костюме, в термобелье. Мягко говоря, вылез из машины, очень холодно, промозглый северный ветер и градусов 8 на улице. Не знаю, как это повлияет сегодня на клев форели, которую я собрался здесь ловить. Посмотрим, пойду пробовать, заодно согреюсь. Это первая рыбка, борзая, дерзкая. Есть контакт. Какая рыба бойкая, а? Но маленькая. Хе-хе-хе. Клюет? Да, погодка сегодня трындец. Слов нету. Очень холодно. Безумно. Сильный неприятный ветер. Уи-ха! Ага, да, конечно, она так сразу она. Ой, солнышко, ёлки-моталки, сразу так тепло стало, а? Ах ты ж клюнула опять, а? Ты посмотри. А-а-а! Вот, я ж говорю, на неё поймаю. Сошла. Вот она. Здесь взяла уверенно. Тут взяла уверенно сразу с первого же. Такая маленькая вообще. Селедочка. Вот она, сразу. О, Форест работает. Вот стоило поменять освещенность. И сразу поклевки стали уверены. Вот она. На сбрось взяла. Только сбросил блесну, сразу поклевка. Мне кажется, этот цвет пала просто избиение. 4 заброса, 3 рыбы. О, нападение! Ждал, когда упадет. Ха. Как всекнуло-то, а? Розовый пал. Зеленый полосочка. Вот очередная рыбка попалась. Очень интересно, я ловил на противоположном берегу. Мне солнце светило в спину. И было просто катастрофическое количество пустых поклевок. Я перешел на эту сторону, мне солнце теперь освещенность как бы в глаза, в лицо. И здесь поклевки более уверенные, и, соответственно, и сразу попадается рыба. Ладно, мучить не будем. Go home. Что, друзья, время близится к обеду.
уже вот успел половить несколько часов, в основном делал упор на колеблющиеся блесны. В принципе, выводы предварительные такие, что блесны работали, общий горизонт такой где-то метр-полтора, и явным фаворитом сегодня была, ну, пока служит блесна Forest Pal, весит 2,5 грамма. Причем расцветки самые разнообразные, смена блесны одного цвета на другой дает результат. Какие-то блесны работают чуть лучше, чем другие, я имею в виду в плане расцветок. На другие блесна были тоже поклевки, но явно хуже, чем на эту модель блесны. Сейчас клев немножко стих. Я думаю, что сейчас буду переключаться на ловлю на резину. Может быть, попробую воблеры. Пойду, наверное, с подветренной стороны, потому что здесь я уже реально замерз. Сегодня какой-то дубак. А говорят, типа, не май месяц. Вроде май, а холодно. Бррр. Надо чайку попить и продолжать. Вот она. Ё-моё, нифига себе. Вот это паровозик, злая форель. Ух, как палка гнется хорошо. Красота, поклевка сумасшедшая вообще. Ну ладно, пора заканчивать, наверное. Опа! У-ху! Вот это слоник. Что, друзья, сегодняшний рыболовный день подходит к концу. Сегодня рыбачил в русском районе фишки. Клев сегодня был очень интересный. Форель сегодня клевала периодами, ловилась на всевозможные приманки. В общем, было интересно, и размер рыбы порадовал. Она очень бойкая, получил колоссальное удовольствие. Несмотря на холодную погоду, мне было сегодня, в принципе, жарко от вываживания бурной пятнистой красавицы. Я думаю, что так же жарко и бурно будет в эти выходные. Но у меня все, друзья. Всем пока. До новых встреч.